Коммент Парадокс и метро 2033. По-моему, там новые друзьяшки на расстрел просятся. Чего я из этого не стреляю? Потому что он слабее. Ха. Ну вот друга нас спасли в прошлой серии. Представляете? Я слышу жопу сзади. Так, я понимаю, если я сюда упаду куда-то, то не точно жопа. Что такое? А? Там нет ничего. Тут. О! Труп! Как же я тебя упустил-то? Ну вот и проспект Мира. И главное... Полный инвентарь. Рта не раскрывай. Быстро мы добрались, братан. Так где? Я там чую... Слышу жопу. Он там урякает. Бре! Ебить! Откуда ты ревешь? Слушай. Откуда? Ты откуда? Я хочу спуститься. Спуститься хочу. Слушай, может, это, наверное, плохая идея, но все-таки. Так, что мы тут видим издалека? Не кричи. Не ругайся. Что я тут вижу? Ничего хорошего на самом деле? Ну да ладно. В принципе, можно спуститься. Ой, и краткая. Ха. В принципе, вон там труп. Да, если что, отстрелимся. Господи, у меня всего-всего. Дофига и больше. Ха. Я думаю, нам это не просто так дали. Возможность залутоваться. Как считаете? Ну что? Упс. О! Так. Фу. В принципе, нам это не надо вообще. Так кого надо тихо? Что такое? Прости, что? Угу. Угу. Так. Так. Не, ну мы, в принципе, ничего такого-то не нашли здесь. Архиважно. А ну мы нам это место для лута дали. Это знак свыше, товарищи. Что это? Ммм, смотри, точняк. По сюжету, ёптить.
Тут надо бы проходить. Иди в жопу. Надо будет отвоюю записку. Идите в попу, пожалуйста. Слушайте, я уже не хочу туда идти. Они так громко и страшно рычат. Что я уже не особо-то горю желанием туда шлепать. В принципе. Хотелось бы вот сюда еще залезть как-нибудь. Но я не вижу возможным этот вариант. Смотрите сами. Лестниц нигде нет. Ладно, пошли. Ну нахуй. Видимо, значит, там ничего и нет. Ну смотри. Тёма у нас молодец. Тёма у нас спортен. Спортсмен? Спортен. Ага. Ну, мы, в принципе, могли бы там зайти. Будь мы. Хипить. И краткое. Так. Теперь еще раз. Что мы сейчас сделали? Хо-хо. У. Так, нам нужно что? Нужно вот это? И валить отсюда по добру, по здорову. Просто в другую сторону. Пошли. Тёма, Тёма. Кривоногое создание. Пошли отсюда. В принципе, можно сюда еще разок пробежаться, на всякий пожарный. Откуда же вы рычите, говнари? Такие. Откуда-то оттуда? Да, оттуда, да. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Братва, платва, ты отпирай ворота. Медведя пришли. Вы что, оглохли? Нас тут дробыши. Дробыши приставили к дверям. Я тебе расстреляю, говно. Ты что, думаешь, нет? А говно-то, а? Опс. 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 На. Да иди ты в попу, пожалуйста. Ты с ближнего боя лучше работаешь, братиш. Опс. Не надо бить, пока он не оклемался. Опс. Опс. Вроде живые. Что? Слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Да за изи, блин. С радостью. Вот хрень. Мы вляпались, пацанчик. Михалыч, как вляпались? В смысле вляпались? Вы его есть будете?
Да. Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Что происходить сейчас должно из-за них? А! Здрасте. Оу! Тушите свет называется, да? Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам и не хотел задерживаться. Да, веселуха. Ты у нас должник, дружище. Я думала, все, сейчас каннибалы атакуют. А он всего лишь должничок. Херня вопрос. Вы ищите? Ты все патроны мои? Слышишь, начальник, а может все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Смотри. Патрушку нашла сходу. Денежную патрушку. Не двигайся. Чё я тебе не двигайся? Чё? О, тетрадка. Ну дай тетрадку возьму-то, ну. Тап. О, смотри, смотри, смотри. Мы ничего не пропустили. Ты глянь, глянь, глянь. Какие мы молодцы. А-на-на-на-на. Дружище. Что ты такой Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Тут еще одна должна быть записуля. Я хочу еще записку найти, желательно. Да. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Сначала у них разведчики стали пропадать. Уходили в тоннели и не возвращались. У них, правда, салаги-разведчики, не то что наши. Но у них ведь и станция поменьше. Народу там... Куда мне, прости меня? Так вот, стали, значит, у них пропадать разведчики. Один из этого мистическую чепуху не верю. Поэтому я тогда решил на крыс твари разные. А теперь я уже... О! Стандартный процесс лутинга. Братиш, ты где? Друга на потеряли, прикиньте. Ну, на Ганзу нам пути нет. Зато, слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогазу. О! Есть одна мыслишка. По поверхности прошлепать. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. То лучше сам ищи, а то я бар хер найду. Честно. С моим топографическим кретинизмом. О! Смотри. О. Хера, сколько патронов. Бартаны. Потому что у меня сегодня с ней свиданка после карауза. Не может быть. Мы с ней в это время по грибы пойдем. Ах ты ублюдок! Кто меня не повтори, засранец. Если меня сейчас кто-то слышит. На поверхности это лучше, чем с упырями этими встречаться. Речок. Здрасте, 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 мордаси есть.
Что купить? Где фильтры? О! Я тут сейф неподалеку видела. Ну-ка. О! Деньга! Плюс 32 штука. Чувак, это у нас тут местный художник, да? Интерьеры расписываешь. Что? Командир сейчас занят. Подойди позже. А-а-а, понятно. Может, самогончику навернем, мальца? О! День машиниста мы уже... Слендермен, что ли, где? Видел. Вот. Обалдеть. Да так. Здравствуйте. Хотите выговориться? Давайте. Я пока помолчу. Ну да. Я тоже помолчу, и что? О! Это как, так я хожу, думаю, подозрительный. Тупичок. О, классная штука четырехзарядная. Я тоже такую хочу. Жена плачет. Давай-ка мы с тобой выпьем. Давай. Где наш друг? А, вот он. Он же вроде. Горячий эстонский парень заходит в метро, и тут голос ему говорит: осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Опаньки, вот и она. Интернациональный юмор. Думаю, в питерском метро должны быть выжившие. Там ведь... Отойдите от ворот. Выход закрыт. В сторону. Я там как-то бывал. Пошли послушаем. Станция, смотрю, по краям платформы, где поезд подходит, чугунная стена и двери железные в этих арках. Поезда самого ты не видишь. Садишься через эти двери в него. Я спрашиваю, зачем такое наградили? Никто точно не знает. Кто-то говорит, на облицовочном материале станции решили сэкономить. Другие — защита от наводнений. А один метростроевец рассказал, что когда они эту самую линию строили, у них полбригады кто-то в тоннелях пожрал. Уходит человек из видимости, и все. Обосраться. Нет его. А на следующий день инструменты его находят. Или каску. Хикимору, что ли? Общественности, ясное дело, все утаили. И от греха подальше эти стены железные построили. Чтобы избежать жертв среди гражданцев. Люпари. Это еще когда было? До войны? А что уж там теперь творится? Представить себе страшно. То есть это было еще до войны? Охереть у вас тут история, блин, метрополитена. Так и езди в метро, блин. Хорошо, что у меня в городе нет метро, а. О! Дядь! На! Благодарю вас. Да прибудет с вами сила. Да, да. Спасибо. Тебе того же. Мой двоюродный брат рассказывал... Не, ну классная же история, ну. Крысы, блядь. Ненавижу их. Болезни разносят. Местная молодежь, да? Может, горшок? Цена слишком высокая. Нет, я еще подумал.
Братаны? Есть что интересное? Нет? Ну ладно. А у тебя, тетя? Ребят, где тут оружейное? Ну что так подорожало-то? Да, что так подорожало-то? Ищи что-нибудь. Может, горшок? Как-нибудь обязательно пригодится. Не горшок. Тебя не застукали без горшка. Плоскогубцы. Чик-чик. Баночки. На металлолом и крафт. Знаешь, полезная штука, плоскогубцы. А. О, сейф. Так, ну нам, пожалуй. Да у нас пока все есть. У нас вон, блин, всего навалом. Так. Давай. Попробуем. Убойник. Скорострельный дробовик. Великолепен. Так. Тихарь. Самодельная пневматическая винтовка. Практически бесшумная и точная. Давление в баллоне повышает удобную силу, но держится недолго. Револьвер. Нам не интересен. Ну, ублюдок. Тем более. Ну, мне это не интересно. Так. Я скорее тюнингом бы занялась бы. Давай. Бум. Так, с такими... Да-да-да, превращается в свои средства ближнего боя в полноценный ходячий двустволку со средней дистанции. Так, глушитель для дробовика. Это полезнее, да. Да у него как-то урон маловат, знаешь? Так. Эргономичная прикладь. Так. ЛЦУ. Удвоенный лазерный прицел облегчает и ускоряет прицеливание на ближних дистанциях. Позволяя с легкостью вести прицельный огонь от бедра. Да почему нет? Да? Так. Так. Так, тюнинг. Так, ну у меня есть вот это. По делу что-то, давай. Ну да. Установить. Так, вот это. Так, прицел. Прицел довоенного производства значительно облегчает прицеливание на ближних дистанциях, почти не ограничивая поле зрения. Самодельный прицел не отличается качеством оптики, но обеспечивает достаточное для снайперской стрельбы увеличение и точность. Да. О! Вот это то, что надо. Первая помощь. Работать сначала, а потом уже по магазинам ходить будешь. Вот эту штуку очень рекомендую. Дай пять. В смысле, руку. Так. Допустим. Так, а что это? Что это? Такое. Что это такое? У. Это что такое? А-а-а.
Класс. Прицел. Класс. О, повредила таки. Нормас. Да там патронов будет еще до жопы, блин. Так, я, конечно, не туда стреляю. Ну куда ты стреляешь, ну? Я ж куда надо стреляю. Ну что ты делаешь? Что творишь? Топтание 3, да? Ну что такое? Такие глупые цели. Поняла. Можно будет ящичек забрать. Если все сделаем. Смотри. Надо с дробыша наебенить все эти цели. Надо их всех уничтожить. Стоять. Дай. Так. Стой! Ну куда ты, ну? Твою мать. Так, понятно. Сначала дальние, потом ближние. Верхние давай. Да перестрижись ты быстрее. Ну. Так, ближние в последнюю очередь, потому что их дольше всего разносить. Так, хорошо. Быстрее. Да куда ты? Господи! Ну что такое? Ну? А, тут бесконечные патроны, блядь. Я уже испугалась. Так, да. Ах ты говно. Может, действительно с этого с пулемета лучше будет? О, быстрее был. Да, действительно. Ой. Все. Congratulations, ёпть. Как говорится. Угу. Ну что? Быстрее. Господи. О, блин.
О, сколько всего. Такая охренительная ерунда. Что, прям не знаешь, с чего начать? О, мне нравится эта штука. Обалденно. Ой. Ты смотри. Так, хорошо. Хорошо. Ой, все поскрывалось. Эх, невезучий человек. Да, стреляю я плохо, мягко говоря. Да, денег больше нет. Что? Этот проход открыт только для местных жителей и техперсонала. Вы должны уйти. Глаз нет вести. А потом не успеешь моргнуть, как тебя внутрь затянет. Кремль. Все ворота распахнуты настежь, а обратно оттуда никто никогда не выходит. Другой, чтобы его в чувство привел. Так, так, так. Пошли отсюда. Тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный. Но тут уж ничего не сделать. Зашибись. Все, выдвигаемся. Ударили секретным биологическим оружием. Вначале никто ничего не заметил. Я даже тревогу не включил. У них классно четырехзарядные штуки. Отвали ты от меня уже наконец. Что? Сам не знаешь. Ну, давай пульки проходить. Я уже Михи запошлял. Но мне ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя платить, не обязательно. Вот дерьмо. Приятно с вами иметь дело. Да ладно. Охрененно. Идем.
Нам не дали оружку взять. Да. Кажется, все чисто. Давай. А там начнется жопа, да? Удачи, мужики. Надо валить отсюда по-быстрому. Что такое? Нас хотели держать, дружок. Что ты такого опять сделал? Что? Ты встал такой. Красивый, расписной. Почему туман не сжигается? Ой! Опять? Опять? Опять вьетнамские флешбеки. Что это такое? Заставка. Как описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать домой. Спасибо, братишка. И опять 3 часа прогрузки, да? В общем-то, я думаю, что на этом можно пока что закончить серию. Это был канал No Comments Paradox. Мы продолжали и продолжаем, и будем продолжать проходить игру Метро 2033. И мы закончим эту серию. Да. В общем-то, если хотите, подписывайтесь. Если хотите, ставьте лайки. Будем собирать большую дружную компашку на канале. Заходите в паблик для того, чтобы движуху наблюдать. И получать все новости от канала. Также ставьте колокольчик и, в общем-то, хорошего времяпровождения. Услышимся в следующих видосиках. Пока!